такая конченная игра, пиздец. Вот чем вы думаете, я занимаюсь? Вот подумайте, пожалуйста. Нажмите на паузу и напишите в комментах, чем я занимаюсь. Я играю в World of Tanks. Серьезно? Да, серьезно. Я не верил. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Розе. И хочу показать замечательный бой на 703-м. И просто, почему я не хочу играть в эту помойную игру, в это конченное казино World of Tank. Почему у меня хватает максимум на 2 боя. Всем приятного просмотра. Но тут не будет звука пару минут. Просто посмотрите немое кино. Ну, знаете, такое было где-то в 20-х годах, где-то там. Вот такое вот кино. Я там немножко другой трек слушал, но ничего страшного. Фуфасы, блядь. Здравствуйте. Добрый день, блядь, вы фугасы, блядь. Ты шо, блядь, там это, как я включаю? А, я знаю, как я включаю фугасы. Я знаю, как это сука работает, не заебать по мне кидай, вот просто честное слово, вот не заебать. Ебать, вот честное слово, сука, тварь коричневая. Ладно, я не бомблю, я не бомблю. Это всего лишь World of Tank, тупорылая игра. О! Вот это уровень игры, блядь, стоишь под артой и... Я не бомблю, я не матюкаю, все.
Никогда больше в жизни не буду матюкаться. Наебал. ПМ стоит по-любому. Блин. Такое разменется с ней хпшкой. Не, говно. Кажется, она в ближнем косте стоит. World of Tank. Наша игра. Так, Т-30 откатило. Сколько у помойки хп? КС зарядить. Блять, я не дождался. Я не дождался. Угу, в уголку застрял там. Он там в уголочечке. Закрысился, достри на нем. Конченая игра, самая тупорылая игра в мире, World of Tank. Блять, ну, построена тупо на донате. Ой, конченая игра, фу, такая, фу, блять, говно еба. Просто... Блять, я смог попасть. Вертуха это называется. Миллион негативных эмоций. Ой, ну нахуй. Вот насколько боев меня хватает в игру World of Tank. Два боя, все, все. У меня подгорает сразу после двух боев. Я делаю вот так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И все. И через неделю, через недельку возвращаюсь в нее, чтобы сыграть. Два боя.